Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. По веревкам над потолком в Сибирском легионе прошло открытое личное первенство по спортивному туризму. В соревнованиях приняли участие не только ребята, которые занимаются в центре экстремальной подготовки, но и школьники, представители общественных организаций и туристских секций. В этом году помериться силой, быстротой и ловкостью приехали туристы со всей Югры и Ямало-Ненецкого округа. Все наши этапы – это прохождение технические по веревкам, крутонаклоны, навесные переправы, спуски всевозможные с наведением веревок, подъемы, навесные переправы. Возрастная подгруппа у нас, самый младший, у нас 2002 год участвует, а старший у нас даже есть участники работающие молодежи, кому за 30, то есть разнообразно. В общем зачете сильнейшими являются туристы Сургута и Нижневартовска. Отмечены наградами спортсмены Ноябрьска и Радужного. В личном зачете равных нет, опять же, сургутянам. Наша организация, как проводящая, снабдила нас грамотами и медалями. А плюс у нас еще наши спонсоры снаряжения и вещей, они выделили сертификаты на первые места участникам. Программа «Спортлайн». Точный обзор спортивных событий за неделю. Эксклюзивное интервью. Звездные гости. Феноменальные рекорды. Только здесь. Все о победах и поражениях чемпионов. Спортивные журналисты Дмитрий Подлесной и Дмитрий Круковец. Каждую неделю на каналах «Сургут Интерновости», СТС, ТВ-центр, ТВ-3. Онлайн. www.interanews.ru